А перед началом данного видеоролика хочу вам посоветовать сервер EasyMine. На этом сервере я буду сейчас частенько, просто-напросто почти каждый день играть. Вот, сейчас объясню все вкратце, что здесь есть на этом сервере. На этом сервере есть, конечно же, донаты. Да, как же без донатов? Но это не простые донаты, вы просто посмотрите на эти цены. Они просто-напросто самые дешевые донаты, которые я когда-либо видел. Вы посмотрите, VIP за 8 рублей, премиум за 13 рублей и... разработчик 1150 рублей навсегда. Вы понимаете, насколько это дешево? Вы просто нигде не найдете таких дешевых донатов. Также здесь можно получить бесплатно донат, всего лишь пройти паркур определенное количество блоков. За определенное количество блоков вы получаете донат, всего лишь прописав команду free case. Вы прописываете эту команду, открыть, и теперь вас перекидывает на паркур. Пропрыгайте 70 кубиков, чтобы получить бесплатный кейс. Здесь есть царь горы, и здесь вы можете встать на гору и зарабатывать деньги. Сейчас объясню, для чего здесь нужны деньги. Деньги здесь нужны для того, чтобы покупать ресурсы, если у вас нету креатива и у вас нету привилегий. И чтобы покупать всякие тачки, вертолеты и много-много другое. Сейчас я вам это покажу. Вот, транспорт. Вы нажимаете сюда, магазин мотоциклов, автомобилей, самолетов, вертолетов. Короче, здесь есть все. У меня уже был мотоцикл, но я его уже где-то профукал. И также у меня здесь на сервере привилегия ютубер. И сейчас вам кое-что еще покажу, что готовится на ролик. Вот. Это эстафета препятствий. Здесь пока что будет паркур, там будет лабиринт, ля-ля-ля-ля, а дальше я вам уже не скажу. Да, два препятствия я вам проспойлерил. И вот, что за ролик я буду делать? Типа, мы соберем подписчиков в Дискорде. Я сделаю пост в группе ВК с ссылкой на Дискорд сервер. Вы просто присоединяйтесь на Дискорд сервер и все. Или же можете присоединиться на Дискорд сервер сервера. Да, дискорд сервер этого сервера EasyMine. Вот, я оставлю две ссылочки в описании. Вот, я могу быть и там, так что лучше следите. И здесь, короче, будет препятствие, и кто первый пройдет все эти препятствия, получит 100 тысяч долларов на этом сервере. За 100 тысяч вы можете купить мотоцикл. Да, и ездить на этом мотоцикле на сервере. Так что я жду вас на этом сервере. На этом сервере я играю с утра часов с 9 до 12 и вечером с часов 6 до 9. Вот, так что заходите, буду вас ждать. IP сейчас будет на экране, и IP будет в описании под роликом. Так что заходите и играйте. А мы погнали к ролику. Ребята, это уже 7-й по счету раз, как я записываю ролик на этом сервере. Я не думал, что здесь, на этом сервере, так будет сложно играть. Я уже 7-й раз сливаюсь. 5 раз я слился читером, и 2 раза я слился просто по своей тупости. Я просто не знал, что здесь так можно, так сложно играть. Раньше мне тут вообще было изи играть. Сейчас я уже 7-й раз записываю, вы просто не представляете, ё-моё. Вот, и, кстати, да, не обращайте внимания на микрофон, я просто потерял поп-фильтр. Да, вот, он будет так делать. Вот, так что прошу прощения. И, кстати, да, вы под прошлым роликом Бэдварс собрали довольно-таки много лайков. И я как вижу, что вам Бэдварс нравится на этом сервере, так что я вот буду его продолжать снимать. И так что спуститесь сейчас в комментарии и напишите, нравится ли вам Бэдварс. Да или нет? Вот, просто напишите, да, мне нравится Бэдварс или нет, мне нравится Бэдварс. Если да, то почему вам нравится Бэдварс на моем канале? Если нет, то почему вам не нравится Бэдварс на моем канале? Да, и, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал. И поставить данному видеоролику лайк. Вот. Сейчас мы купили кирочку, купили обсидиан. И сейчас нам нужно купить один сундучок обсидиана. Вот. Чтобы застроить нашу кроватку. Так, покупаем. И из него нам должно выпасть 8 обсидиана, да? 8 или 4, я не помню. А, да, 8, точно. Так, мы ставим блок здесь, здесь, здесь и здесь. Надеюсь, меня не сольют никакие читеры. Я просто на это надеюсь, ребята, потому что я уже который раз записываю, раз 7-й, 8-й точно записываю этот ролик. Это прям жесть, прям жесть. 5 раз мне слили читеры, 2 раза один и тот же меня слил, вот. И потом 2 раза просто по своей вине я слился и там чуть-чуть затупил, да. Вот, надеюсь, такого больше не повторится, и я сейчас буду строиться к своим противникам.
Так, без шифта немножко быстренько здесь построимся, потому что я боюсь строиться без шифта до конца, потому что я сейчас упаду, опять свои ресурсы потеряю, и красный. Красным даже нет смысла строиться, потому что они даже не достроены. Тогда мы бежим к себе на базу, прокачиваем себе меч и броню. Меч, броня, меч, броня. Так, меч, броня. Все, мы покупаем еще себе броню. Вот так, и можем прокачать даже быстрые руки. И купить себе, конечно же, зелье стремительности. Никогда я зелье не покупал, но сейчас я что-то решил купить. Да, сделал, так сказать, исключение. Все, выбиваем зелье стремительности, и теперь идем рашить наших противников. Вот. На центре, мне кажется, никого вообще нет, так что это хорошо. Это прям очень-очень хорошо, то, что на центре никого нет. Так, блоки как-то криво ставятся, но ничего страшного. Все, мы ставим здесь блоки. Да, на центре, смотрите-ка, никого не было вообще. А, нет, был кто-то был. Или это просто так изумруды спавнятся медленно, я не знаю. Так, колбочка мне не нужна. Так, здесь сколько изумрудов? 6 изумрудов, да. Можем отправиться, конечно же, к зеленым, а потом можем отправиться к желтым, но желтых нет, желтых слили. Чё? Ладно, ладно, и такое бывает, и такое тоже бывает. И такое вот тоже бывает, что чуваки просто берут и тимятся. И, а, нет, это один зеленый, ё-моё. Ладно, хорошо, я думал, он тут еще на базе какой-то чувак у него. Ну, ладно, мы тогда сломали им кровать, быстренько сломали им кровать, точнее ему, вот, что-то я им, и сейчас мы будем его добивать. Все, команда зеленых ликвидирована, уничтожена, проиграла, вот, так, мы теперь заходим вот сюда, покупаем себе яблочки и эти же яблочки вот сюда. Потом покупаем себе, конечно же, алмазный меч. Как же без алмазного меча? Ну, конечно же, нужно было нагрудник купить. Но и у меня и так нормальный нагрудник. Так, быстренько все это делаем. Тут красный, да? Это розовый. Что ты тут делаешь, розовый? Алмазики собираешь, точнее, изумрудики. Так, быстренько надо до него достроиться. У меня, кстати, зелье стремительности, и я его должен догнать. Но почему-то я его не догоняю. И опа! Попался. Все. Залутал свои изумрудики и теперь попался. Это какая база? Это черные, да? Опа, я еще и к черным сейчас приду. Сейчас мы к черным придем здесь. Сходим на базу розовых, потому что у него не застроена кровать. Так, ты меня попытаешься сейчас скинуть, да? Я знаю, что ты меня попытаешься сейчас скинуть. Ну, вот я и иду к тебе ломать кровать. Чё кровать не ломалась у тебя, чувак? Ты какой-то был странный. У тебя не ломалась кровать, просто-напросто не ломалась. Окей, тогда мы что можем еще прокачать? Что мы еще можем прокачать? Конечно же, мы можем прокачать закаленный желудок, чтобы не хотеть кушать. Вот. У нас эндерперла нет, так что придется строиться вручную. Вручную придется строиться, но для того, чтобы построиться вручную, нам нужны блоки. Так, где наши блоки? Вот они. Все, покупаем много-много блоков. Мне кажется, столько будет достаточно. И строимся вот к нему. Сначала здесь нужно пройти. Все, главное сейчас здесь не упасть. Отличненько. И начинаем строиться к черному. Я вижу у него эндерняк, шерсть. Если у него эндерняк, шерсть, значит у него нет обсидина. Если бы у него был обсидин, то он бы застроил обсидианом и просто шерстью. Ну хотя, может быть, он застроил и обсидианом, и эндерняком, и шерстью, чтобы его вообще просто-напросто никто не смог сломать. Чувак круто застроил, конечно же, свою кровать. Ну давайте-ка не будем ему показываться. Просто зайдем вот сюда и сломаем ему кровать. А он такой: о, чё, где, кто? Кто сломал мою кровать? А, я же её так хорошо застроил. Ну, блин, никакого экшена вообще нет. Вообще, просто-напросто никакого экшена. Ладно, тогда мы отправляемся к кому? У нас остались только белые, и все. И опять мы затащили эту катку. Ё-моё, ребята, это опять же получился у нас быстрый бэдбарс номер 2. Ладно, тогда мы отправляемся к нашему белому. Все, белый и все, да, белый и все. Короче, ребята, у меня к вам такое предложение. Если мы за сутки, хотя бы за один или два дня
на этом ролике соберем 30 лайков, то я, возможно, выпущу 30 минут Бэдварса. Как вам такая идея? Если мы собираем 30 лайков, 30 минут Бэдварса. Все по-честному, 30 лайков, 30 минут. Если мы, конечно, соберем больше, то, может быть, и больше сниму. Вот. Так что действуйте, если вы хотите 30 минут Бэдварса, то поставьте лайк. Да, и, конечно же, подпишитесь на канал. А, это белый, да? Это же белый. Тихо-тихо, куда я так прыгнул? Прыгнул как-то опасно. Ну, блин, белый в АФК стоит, это вообще не экшонистая серия. Вообще просто-напросто не экшоновая. Ни единого экшона нет. Чувак, давай-ка я тебе как-нибудь помогу, там, что-нибудь. Давай сразимся на руках, может быть. Ну, может быть, я тебе кроватку сейчас сломаю, давай. Или чё, чувак, ты стоишь в АФК? Вот почему ты стоишь в АФК? Чувак, не стой в АФК, пожалуйста. А, Килман, прости меня. Я тебе сломаю тогда кроватку. Все, кровать белая сломана, и мы сейчас в этой катке затащили. Осталось только добить вот этого белого, и все. Наша команда победила. Ну что же, ребята, если вам понравилось это видео, то жмите лайк, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Black Freezen. Всем удачи и всем пока. И да, 30 лайков, и я выпускаю 30-минутную серию Бэдварс. Да, за сутки, за 24 часа. Вот. Все, с вами был Black Freezen. Всем удачи и всем пока.